Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Это продолжение сериала «Мой новый друг». Четвертая серия. Давайте начинать. Так. Где же этот дракон? Я уже везде был. А, где этот дракон? Здравствуйте. Добрый день, мистер... я ученый. Мистер... Меня зовут Молния. Да, мистер Молния, здравствуйте. Вы не видели такого небольшого, пока небольшого дракона, такого фиолетового, крылышки такие как синенькие. Ой, мне сейчас не до драконов. Вы точно никого не видели, он мне очень нужен. Этот дракон... очень мне нужен для эксперимента. Если я сделаю таких несколько драконов, я их продам и буду богатым. Мне нужен этот дракон. Вы его точно не видели? Нет, я никаких драконов не видела. Если увидите, то скажите мне сразу, мне этот дракон очень нужен. Хорошо, мистер Молния. Я буду очень рад, если вы мне поможете. Я не понял, где же его искать? Что это такое? Это чешуйка этого дракона? Вы меня обманули! Здесь этот дракон был! Почему вы не видели? Простите, но я весь день стояла здесь и продавала яблоки сочные. Такого не может быть! Я никого не видела. Весь день. Хорошо. Ладно. Можно я вечером здесь буду? Да, вечером в парке можно оставаться. Так как принцесса оставалась... Какая принцесса? Какая? Лили Блоссом она оставалась здесь. Лили Блоссом. Хорошо. Ну, она себя как-то странно вела про этого дракона. Как раз что-то говорила. Что? Не у нее ли мой дракон? Ну, навряд ли принцессы боятся всяких таких драконов. Ладно. Спасибо за всю информацию. Я полетел. Ой, мама, ну давай его оставим. Ну нет, доченька, еще на него розыск будет, я же говорю, еще разыскивать будут. А мы с тобой еще можем даже в тюрьму попасть из-за него. Ну, мамочка, ну оставь ему, ну пожалуйста. Он же сык какой безобидный и игривый. Да, он, конечно, чудесный, но смотри. Он все вещи твои рвет, книжки, учебники. Он вообще-то уже ничего не рвет. Ой, ладно, доча. Только смотри, чтобы он ничего тебе не испортил. И если с тобой что-то случится из этого дракона, я его мигом вышвырну из дома. Даже не думая и не говоря. Я пошла. Ты поняла, дочь? Да, мам, поняла. Не дай бог. Чтобы такого было. Ой, мама, как обычно. Так, я купила, значит, простой альбом. Нам осталось взять карандаш и учебник. Ну, как и учебник. Игрушечная книга про драконов. Сестра, да, что? Побудешь пока тут? Я тебе разрешаю мои игрушки трогать. Ага, да, очень интересно. Я не играю в всякие детские игрушки. Мы не играем в детские игрушки. Что? Ничего, сестра. Возьму рыбку там покушать нам. Еще рыбку. Так, положу обратно. Можно идти в этот кексик. Это мой Шопкинс. Сюда ставлю. Так, можно идти. Дружок, хватит. Так. Пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Дружок, нет. Принцесса, принцесса, сзади вас дракон. Сейчас я быстро вызову ученого, он его заберет. Не надо. Почему быстрее? Помогите!
Я уже здесь. Вот и мой дракон. Ваш дракон? Да, принцесса. Он хотел на вас напасть. Он опасен, поэтому я его заберу. Не надо, стойте! Принцесса, что с вами такое? Это опасный зверь. Да, он очень опасен. Ну что же делать, что же делать? Домой идти, я не знаю. Сейчас надо позвать подружку. Нет, не надо, она знает, и будет конец. Стойте! Ой. Что вы творите, принцесса? Улетай! Что ты там должен делать? Да, улетай, улетай, давай, улетай. Кш-кш-кш-кш. Нет, трогай мою гриву. Нет. Принцесса, с вами все в порядке? Да, все. Вы сделали так, что я упустила дракона. Зачем вы это сделали? А потому что он мой друг, и мне он нравится. Все, это мой друг. Идите отсюда, все. Кш-кш-кш. Дружок, иди ко мне. Так его дружок зовут. Это очень для меня выгодно, дружок, значит. Ладно, я пошел. Дружочек. Что это тут происходит? Блин, меня от мамы попадет, дружок, быстрее. Хватай меня и полети. Не за ободок. Дружок, давай. Как можешь, давай, хватай и полетели. Все, дома. В моем любимом домике. Все, дома. Ой, мой любимый дом. Как я люблю свою кроватку. Дом мой. Молодец. Ой, спас меня. Доча! О, нет. Доча! Ай, доча! Да, мама? Я слышала новость. Вот, во всех газетах, по всему телевизору, по всем новостям. Принцесса спасает гадкого дракона. Что ты сделала, доча? Мама, ну... Без «но», доча, все. Мы этого дракона, у нас теперь проблемы. Теперь я опозорился, ты опозорился. Все, я его выгоняю. Нет, стой, мама. Стой, выгоняю. Продолжение следует. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всем пока. Я его выгоняю.